Туристы обязаны информировать спасателей о сложных походах за 10 дней до выхода. МЧС напоминает горожанам о правиле, которое действует уже больше года. По закону туристические группы, либо их представители должны заявить о запланированном путешествии, походе, экскурсии, туристическом слете или ином мероприятии, связанном с активными видами туризма. Необходимо сообщить запланированный маршрут и сроки пребывания на нем. Кроме этого, необходимо указать наличие средств оказания первой медицинской помощи, средств связи, сигнальных средств, описать применяемые средства передвижения, если они есть. Подать заявку можно по адресу электронной почты, а также по телефонам, указанным на экране. Можно обратиться и лично в ведомство по адресу город Магадан, улица Советская, дом 9. На данный момент туристический сезон, в принципе, только открылся активный. И с начала года всего одна группа зарегистрировалась в составе 7 человек. Поход уже прошел, все прошло штатно. Однако группы, которые не зарегистрированные, они тоже имеют место быть. И буквально недавно, в мае, в начале, проводилась спасательная операция. Группа из 14 человек, не зарегистрированная, потерялась. В течение 2 часов их искали. В принципе, всех эвакуировали. Произошло без потерь. Но это они были в окрестностях города Магадана. От себя лично Алексей Крылов добавил, что планируя поход или иное мероприятие, связанное с активным отдыхом и туризмом, также необходимо объективно оценивать свои силы и исключить излишний риск. Напоминаем, что подать уведомление о планируемом путешествии можно по адресу электронной почты, сообщить по телефонам, заполнить заявку на официальном сайте Главного управления МЧС России по Магаданской области или прийти лично. Также в случаях, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо связаться с оперативными службами для получения экстренной помощи. Помните о том, что спасателям гораздо проще прийти к вам на помощь, если известно, где искать. Помните о безопасности и берегите себя.